Судоремонтный завод «Нерпа» продолжает совершенствовать свою технику. Благодаря плановой модернизации завод получает выгодные сделки и контракты. Подробнее в материале наших коллег из Большого Зато. Крупнейший судоремонтный завод области стремится сохранять лидерство в отрасли. Кроме привлечения опытных работников и обучения молодых специалистов, на «Нерпе» стараются обновлять оборудование, модернизировать цеха и не отставать от современных трендов. Наш завод уже на протяжении последних 11 лет участвует в федеральных целевых программах по реконструкции и модернизации своего производства. За это время мы очень много сделали для завода. Цех номер 4 – гордость заводчан. Здесь специалисты трудятся над самым сложным, создают начинку для кораблей и судов. Занимаются не только ремонтом. Благодаря новому оборудованию налажено настоящее производство. В рамках развития производства, подготовки к ремонту кораблей, современных кораблей новых поколений, мы планово проводим модернизацию станочного парка. И вот в настоящее время мы сегодня вам показывали новый горизонтально-расточной станок с числовым программным управлением, имеющий 5 степеней свободы, ну и в состоянии в 5 плоскостях обрабатывать детали. Еще одна новинка – станок для обработки валов кораблей. У машины уникальные характеристики, которых удалось добиться благодаря удлинению ее до 30 метров. У станка поменяли систему управления на автоматическую и увеличили частоту обработки шлифовальной насадки. В судокорпусном цехе планируют автоматизировать покрасочный процесс. Это, безусловно, повысит качество наносимого покрытия. Самое главное, этим нужно просто планово заниматься постоянно. И по мере выхода из строя одних станков, по мере появления на рынке новых технологий, нужно планово, потихоньку, значит, но вполне осознанно под технологические процессы, под загрузку приобретать и вводить в эксплуатацию новое оборудование. От качества производственных новинок зависит и количество заказов завода. Крупные предприятия области России во многом целенаправленно идут на сотрудничество именно с «Нерпой». Все благодаря постоянным техническим обновлениям заводского машинного парка.